Добро пожаловать на рассвет пробуждения. Я ваш ведущий Гермес Фалькаум-младший. Сегодня вас ждет послание самого сердца Бога, как убрать ограничения со своей жизни. Что в вашей жизни блокирует поток Божьих благословений в вашей жизни? А что в вашем мышлении мешает вам поверить в те обещания, которые Бог имеет для вас? Я хочу поговорить с вами об этом, о том, как разрушить старое мышление, которое стало блокадой вашей жизни и пытается остановить вас и помешать вам двигаться. Бог хочет, чтобы вы были свободны от этого и хочет дать вам новое мышление мышление ожидания, мышление победы и мышление веры. Третья книга царств, глава 17, стих 8. Там находится сильная история об Илье и вдове. Вначале я ее прочту, а потом мы ее обсудим. «И было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там». Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». Сделаем небольшую паузу. Расскажу вам предысторию. В этой земле был голод, потому что Илья в силе Божьей сказал, в этой земле не будет дождя, как только по слову моему». Наступила ужасная засуха, но Бог нашел вдову, чтобы она позаботилась об Илье. Однако у той вдовы не было естественных средств, которые были ему нужны. Илья подошел к ней и сказал, «Принеси мне попить». В наши дни, если бы я попросил у вас чашечку воды, то в этом не было бы ничего особенного. Но в то время, когда была ужасная засуха, просьба о воде была очень серьезной. А затем он попросил хлеба. И она сказала ему, послушай, клянусь твоим Богом, что у меня нет ничего из того, о чем ты меня просишь. У меня лишь немного муки и масла. Я приготовлю последний ужин, мы его съедим и умрем. У этой женщины были не просто трудности. Она была в ужасной ситуации и нуждалась в чуде. Но Бог сказал Илье, что она позаботится о нем, хотя у нее и для себя ничего не было. Бог сказал Илье, «Я приготовил для тебя вдову, которая позаботится о тебе». Но у вдовы ничего не было. Но вот что сказал ей Илья в 13 стихе. И сказал ей Илья, «Не бойся, подойди и сделай то, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне» а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени, Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которую Он изрек через Илью. Это невероятная история. Илья сказал, ⁇ Вначале сделай мне небольшой хлеб ⁇ Нам эти слова Ильи могут показаться необычными и эгоистичными, но здесь Илья представляет Бога. Он пытается напомнить ей, что нужно поставить Бога на первое место. Поставить Бога на первое место, и вы увидите, что Он уберет ограничения из вашей жизни. Он уберет естественные ограничения и принесет сверхъестественное обеспечение так, как вы и ожидать не могли. Иными словами, если вы верите Господу и ставите Его на первое место в вашей жизни, то вы можете ожидать, что Он вас обеспечит. Именно это и сделал Бог. Он сказал, что масло не закончится, ни в чем не будет нужды, и ей хватит не только для себя, но и для сына и Ильи. Так все и случилось, когда она послушалась Слова Божьего. Если вы хотите увидеть прорыв в своей жизни, если вы хотите увидеть, как Господь уберет все ограничения из вашей жизни, то вам нужно помнить, ставить Бога на первое место, всегда и во всем, и смотрите, что Он будет делать в вашей жизни. Многие люди бегут к Богу как к последнему пристанищу. И я предлагаю вам прийти к Нему полностью и поставить Его на первое место. Ищите прежде Царство Божье и Его праведность, а все это приложится вам. Ищите Его прежде всего, ставьте Его на первое место. Он согласен только на первое место. Он не примет никакого второстепенного места. Библия говорит, что он ревнивый Бог. Итак, эта вдова послушалась Бога, и мука в катке не заканчивалась, и масло в кувшине тоже. У нее было больше, чем достаточно. Ограничения, которые сдерживали ее, были полностью разрушены, и к ней пришел поток сверхъестественного обеспечения когда она сделала шаг веры и послушала слова от Бога. Возможно, вы сейчас в такой ситуации. И если Бог не мешается, то вас ждут большие проблемы. Но я хочу напомнить вам о том, что вы ставили Бога на первое место. Не забывайте, что Он ваш источник. Ваш источник ⁇ это не ваша работа и не ваш начальник. Ваш работодатель не является источником. Ваш источник в жизни ⁇ это только Господь. Он дает вам дыхание жизни. Он дает кислород вашим легким, заставляет ваше сердце биться. Он дает вам жизнь и все остальное. Если вы поставите его на первое место, то увидите, как он уберет все ограничения. И он будет использовать ваши слабые места и то, что создает вам проблемы. Поразительно, как Бог использует наши слабости, чтобы перенести свою огромную силу в нашу непростую жизнь. Возможно, вы чувствуете себя непригодным для чего-то. Но если вы полностью отдадите себя Господу, то вы увидите, что Он сделает с вашей жизнью. Эта женщина была близка к смерти. Она готовилась умереть. Она уже ждала смерти. Но когда к ней пришел пророк, он сказал, нет, но вначале сделай лепешку для меня. Иными словами, поставь Бога на первое место и смотри, что Он сделает в твоей жизни. Вас ждет поток сверхъестественного обеспечения, поток Божьей Силы и Божьего обеспечения для вас. Если вы доверитесь Ему, то вы увидите, что Он может сделать с вашей жизнью. Аминь. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, а вы смотрите короткие видеоролики. После них мы вернем. Я очень рекомендую людям отправляться в такие миссионерские поездки. Там вы оказываетесь в том месте, где Бог наполняет вас состраданием и позволяет вам делиться этим состраданием для созидания своего тела. Но в то же время Он ободряет вас он назидает вас. Поэтому я очень от всего сердца рекомендую вам помолиться Богу об участии в одной из таких миссионерских поездок. Мы снова с вами. Мы говорим сегодня об ограничениях и о тех ситуациях в жизни, когда нам нужно Божье вмешательство. Бог никогда не будет подталкивать вас к независимости от Святого Духа. Как бы сильно вы ни поднялись и каких бы успехов вы ни достигли, Он всегда будет побуждать вас к зависимости от Святого Духа. Вы можете просить у Него водительства для следующего шага в жизни, для следующего проекта или мечты к чему бы вас Бог не привел, вам всегда будет нужен Дух Божий, каким бы зрелым вы себя ни считали. Сколько бы у вас не было денег, и какого вы положения бы не достигали в Царстве Божьем, вы всегда будете зависеть от Духа Святого. И это прекрасно, потому что в жизни всегда что-то происходит. Бог всегда ведет вас к чудесам, и Он хочет, чтобы вы ожидали сверхъестественных проявлений. Хочу прочесть вам еще одну историю из Библии, где говорится об умножении еды. Иоанна, глава 6, стих 1, 7. После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тевериады. За ним последовало множество народу, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народу идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлеба, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Давайте остановимся. Иисус знал, что Он собирается делать дальше, но Он хотел испытать своих учеников. Он спросил у Филиппа, где нам купить хлеба, чтобы накормить этих людей. Иными словами, Филипп, как ты можешь решить эту проблему? И Филипп сразу же ответил, что денег, которые они имели на тот момент, недостаточно, чтобы купить еду для всех. Потому что там было пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Предположим, в том месте было от восьми до десяти тысяч человек. И Иисус спрашивает учеников, где нам взять еды, чтобы накормить всех. Что же делать? И Филипп сразу же думает о естественном решении. Господь, у нас недостаточно денег. Даже если мы и купим что-то, то это будет очень мало. Его мышление было ограниченным, и он думал о естественном. Он сказал, того, что у нас есть, недостаточно, чтобы решить эту проблему. Возможно, кто-то из вас находится сейчас в подобной ситуации. Вы смотрите на свои финансы и на то, что вам нужно сделать. И понимаете, что того, что у вас есть, недостаточно. Что же делать? Они тоже столкнулись с этим вопросом. Восьмой стих. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных, и две рыбки. Но что это для такого множества? Андрей приходит к Иисусу и говорит, мы нашли мальчика, у которого есть пять хлебов и две маленькие рыбки. Это все, что у нас есть. Но что это по сравнению с нашей нуждой? что такое пять хлебов и две рыбки для восьми десяти тысяч человек. Подумайте, разве не удивительно, что Андрей вообще пришел со всем этим к Иисусу? Кто-то другой мог подумать, «Я даже не буду тратить свое время на то, чтобы показывать этот хлеб и эту рыбу потому что нам это никак не поможет. Но Андрей решил принести Иисусу это небольшое количество еды от этого мальчика. Он сказал, Иисус, вот что у нас есть, а что ты можешь сделать с этим? Когда вы ходите с Иисусом, он может все то, что кажется ничем, и использовать это. Он может взять то, чего недостаточно, и умножить так, чтобы стало больше, чем достаточно. Вот как интересно жить с Иисусом. Он может взять то, чем мир пренебрег. Он может взять то, чем пренебрегает люди, и сказать, это именно то, что мне нужно для этого дела. Итак, Иисус сказал, это 10 стих, Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлеб и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел. Разве это не удивительно? В начале этой истории Филипп сказал, «Даже если мы что-то купим, то всем достанется очень мало». Зачем Андрей рассказал о мальчике, у которого было пять хлебов и две рыбки? Но что с этим можно делать? Тогда Иисус сказал, не волнуйтесь, сейчас я все решу, попросите всех сесть. Он поблагодарил Бога, и Бог умножил хлеб и рыбу. И Библия говорит, что каждый ел столько, сколько хотел. Иными словами, они наелись. Они ели ни чуть-чуть, ни крошечный кусочек хлеба и рыбки. Нет, они ели столько, сколько хотели. 12 стих. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. То есть все съели не просто чуть-чуть, а ели пока не насытились. Они так наелись, что не осталось даже места для десерта. Я так наелся, было так вкусно. Я уверен, что та еда была вкусной, иначе они бы так много не съели. Они ели, пока не насытились. И тогда Иисус сказал, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало и собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это именно тот пророк, которому должно прийти в мир». Сколько там было учеников? Сколько учеников было у Иисуса? Двенадцать и осталось 12 корзин с остатками хлеба и рыбы. То есть было по одной корзине для каждого ученика, потому что Иисус хотел, чтобы они запомнили, что обеспечение приходит от Бога. Он источник всего. Возможно, вы скажете, «Гермес, то, что у меня есть, не поможет мне прийти туда, где я должен быть. Возможно, вы правы. Возможно, у вас нехватка финансов, духовной зрелости, проблемы с эмоциями или в семье. Вы смотрите на свою ситуацию и понимаете, того, что у вас есть, недостаточно. Но я предлагаю вам отдать то, что у вас есть, Иисусу, и вы увидите, как он умножит это, и у вас будет даже больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. Я хочу помолиться за вас. Давайте будем молиться. Отец, мы приходим к тебе во имя Иисуса. Господь, я молюсь за наших зрителей. С какой бы ситуацией или проблемой они не столкнулись, они отдают все это тебе. И как ты умножил хлеб и рыбу, так ты умножишь и обеспечение для их ситуации. Ты умножаешь то, что есть в их руках, в духовной сфере, в естественной и финансовой. Кто-то сейчас болен, кто-то сражается с болезнью. Я хочу принести вам надежду, жизнь и исцеление во имя Иисуса. Я провозглашаю чудо в вашей жизни. Как Господь умножил хлеб и рыбу, я провозглашаю вашу жизнь умножения. Господь умножит здоровье, умножит годы жизни, умножит финансы. Я молюсь о чуде сверхъестественного обеспечения. Я молюсь о том, чтобы ты коснулся их семей, я высвобождаю Слово Божье в их жизнь, которое убирает все блокады в их вере и помогает их вере подняться. Во имя Иисуса я провозглашаю жизнь во имя Иисуса. Я провозглашаю, что вы ни в чем не будете нуждаться. Вы не будете жить в поражении. Слово Божье не подведет вас. У вас будет больше, чем достаточно, и вы будете процветать во имя Иисуса. Все ограничения и преграды убраны из вашей жизни. Я разрушаю все болезни и всякую боль в вашей жизни. Принимайте прикосновение небес. Аминь. Возьмите это слово. Будьте благословенны. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по адресу, который вы видите на экране. Мы любим вас. Мы молимся о вас. Заходите на наш сайт, становитесь нашими партнерами. Это очень важно. Это служение существует благодаря поддержке наших партнеров и друзей. Становитесь нашим партнером, чтобы мы вместе несли это Евангелие, послание надежды в Иисусе Христе многим народам. Аминь. Благословенный вам. И увидимся. Я очень рекомендую людям отправляться в такие миссионерские поездки. Там вы оказываетесь в том месте, где Бог наполняет вас состраданием и позволяет вам делиться этим состраданием для созидания своего тела. Но в то же время Он ободряет вас, Он назидает вас. Поэтому я очень от всего сердца рекомендую вам помолиться Богу об участии в одной из таких миссионерских поездок.